Вот, уважаемые друзья, у нас в гостях Ирина Кулик, искусствовед, будет рассказывать про стрит-арт в контексте современного искусства. Ну, я сразу оговорюсь, что я не буду рассказывать, собственно говоря, про стрит-арт, потому что я, к сожалению, не так хорошо знаю эту область искусства, а буду рассказывать, почему стрит-арт и мифология стрит-арта, мифология граффити была востребована, в разные периоды была востребована в мире современного искусства. И начну я, наверное, вот с таких вот замечательных фотографий, которые, это может быть один из первых примеров, когда современное искусство, Modern Art обращается к эстетике граффити и начинает исследовать этот феномен граффити. Это фотография, которую знаменитый французский фотограф венгерского происхождения Брассай делал довольно на протяжении 20 лет, с 1933 по 1956 год. Он создает серию, которая называется «Граффити». И первый начинает документировать вот это самое стихийное народное творчество, которое он находит на стенах Парижа. Ну, напомню вам, что Брассай – один из самых знаменитых фотографов в мире, знаменитый, близкий к кругу сюрреалистов и создавший, прежде всего, знаменитый вот такими вот завораживающими образами ночного Парижа, который он открывает, который он придумывает, который становится брендом, да, потому что я думаю, что большинство туристов, которые приезжают в Париж со времен Брассая, хотят попасть уже именно в этот ночной Париж, там Париж сюрреалистов, Париж Генри Миллера, Париж Брассая. И частью этого ночного Парижа, другого Парижа, некого параллельной реальности, становится в том числе и культура граффити, культура настенных, даже еще не граффити, да, настенных рисунков, процарапанных надписей, которые Брассая открывает. Как он их снимает, что он в них видит, почему он их начинает снимать. Да, это очень интересно, как бы интересная постановка взгляда. А он, почему важно, что он был близок к сюрреалистам? Потому что как бы сюрреалисты, как мы помним, придумывают понятие найденного объекта. Не ready-made, не, как у дадаистов, не предмета, который, банального предмета, который покупается в магазине и назначается произведением искусства, а найденного объекта. Чего-то, что куплено, например, на барахолке, найдено на улице, чего-то, что является загадочным, что-то, что является энигматическим, что-то, что разрывает привычный ход вещей, привычный ход реальности. И про как бы найденные объекты, которые являются в каком-то смысле вторжением сновиденческой реальности, про вторжением иррациональности в повседневный мир. И такими найденными объектами для Брассая становятся граффити, становятся вот эти уличные рисунки, которые он снимает в Париже. Частично допридумывая их, да, потому что в то же время Брассай делает серию найденных скульптур, когда он снимает какие-то непонятные катушки засохшей зубной пасты, как абстрактную скульптуру. И вот такими же найденными объектами для него становятся граффити. Что он в них видит? Он их снимает, как если бы в современном Париже обнаруживались и следы первобытной культуры. Да, что есть первобытная культура, как говорили в то время, примитивные культуры, которые тоже были одним из открытий модернизма, как мы помним, да, что с кубистами, которые вдохновлялись африканской скульптуры, с сюрреалистами, которые коллекционировали опять-таки всякие архаичные культуры, культуру Океании, артефакты других культур. И вот это вторжение архаики, архаической культуры, которая считалась ближе к миру сновиденческому, ближе к миру иррациональному, то есть ко всему тому, что открывает для себя, открывает сюрреализм. Это то, что в граффити видит Брассай, может быть, отчасти додумывая эти граффити. И как бы с одной стороны, это протестная культура, и часть своей серии про граффити Брассай снимает во время Второй мировой войны в Париже, снимает граффити как знак непокорности, как знак субверсивной деятельности, да, того, что протестует против оккупации Парижа. Часть он снимает на протяжении как бы до и после, да, и первая выставка его проходит, первая выставка этой серии фотографий проходит в 56-м, если я не ошибаюсь, году в Нью-Йорке. И только в 60-м году этот альбом «Граффити» выходит книгой. И как бы вот это и что там есть? Есть ощущение рациональности, есть ощущение того, что, конечно, граффити он снимает и в оптике, ну такие не граффити, протограффити. Он снимает в оптике, с одной стороны, в оптике увлечения архаической культуры, да, вот такие замечательные, почти наскальная живопись, которую он обнаруживает, почти наскальная, как бы,
наскальное искусство, которое он обнаруживает в современном мире. Это найденный объект, это иррациональное, это сновиденческое, это архаика, и это что-то прочитанное в оптике современного искусства. Я думаю, что до того времени в оптике аутсайдер-арта, который как бы открытие которого также связано с сюрреалистами, и в оптике во многом напоминающей мне, например, то, что рисунки и живопись Пауля Клея. Немецкого художника, швейцарского, да, связанного с Баухаусом, художника, который одним из первых открывает в том числе эстетику и примитивного искусства, как тогда говорили, да, и искусство, и детского творчества, и творчество пациентов психиатрических клиник, то есть того, что сегодня, что опять-таки в кругу сюрреалистов, значит, получает через Дюбюфе, получает название аутсайдер-арта. И таким образом, как бы то граффити, которое появляется у Брассая, да, это аутсайдер-арт, это магическое, это примитивное, это что-то из другого времени и из другого порядка вещей. И эта идея граффити как примитивного искусства, как вторжение примитивного, архаического, мифопоэтического мышления в современный мир, будет достаточно интересно, будет, так сказать, давлеть восприятию граффити. Даже в следующей эпохе этот миф про граффитиста как архаического художника будет достаточно долго культуру граффити, ее перцепцию современным искусством сопровождать. Ну, собственно говоря, такое более привычное нам современное как граффити в современном понимании, расцветом этой субкультуры становится Нью-Йорк 60-х-70-х годов. Я немножко повторяю фотографии, которые вы видели на этой выставке, да, вот эти вот невероятные сплошь расписанные граффити нью-йоркские поезда, как бы искусство, которое начинает привлекать внимание искусствоведов, коллекционеров современного искусства. В конце 70-х, начале 80-х годов в Нью-Йорке появляются первые галереи, которые пытаются выставлять граффитистов и работать с этим искусством. Да? А с микрофоном лучше не стало, да? Окей. Вот. И это уже современная коллекция как бы снятых, сфотографированных этих работ. И в какой момент появляется интерес к граффити, что обуславливает этот новый интерес к граффити, что это такое? В каком-то смысле граффити, интерес к граффити становится возможным благодаря эстетике поп-арта, потому что что такое эти нью-йоркские граффити, как их тогда могли воспринимать. Да, это эстетика, которая связана с... Отчасти возникает из того же, из чего возникает поп-арт. То есть это осмысление эстетики комиксов и рекламы, чем могли вдохновляться уличные художники того времени. Они могли вдохновляться шрифтами из комиксов, они могли вдохновляться шрифтами из рекламы, абсолютно эту массовую культуру переворачивая и приспосабливая для своих целей. Точно так же, как переосмыслял эту массовую культуру поп-арт. Только это такое как переосмысление, такой стихийный поп-арт, народный поп-арт. И то, что еще, наверное, делало эту культуру интересным для арт-мира в то время, это то, что изначальная культура граффити, да, это культура тегов, это культура подписи, это работа с текстом. И происходит это, естественно, у нас на дворе 70-е годы, у нас на дворе концептуализм, который работает с текстом, с тем, каким образом текст, подпись, надпись может быть сама по себе произведением искусства. И в граффити видят культуру, которая противостоит идее анонимности, потому что она как бы культура очень развитого современного искусства, в то время читалась как культура объединений групп и направлений. Здесь нету направления, здесь главное, что оставляет художник, это свою подпись, это свой тег. Но это тег, который одновременно является и протестом против анонимности, и секретностью. Да? То есть это такая секретная антианонимность, потому что прочесть этот тег могут только посвященные. Это работа с текстом, но это текст нечитаемый. Это текст, который не читаем для непосвященных. И вот из этого интереса к граффити возникают, собственно говоря, два великих художника с конца 70-х, 80-х, 90-х годов. Алло. Которые являются таким
промежутком, да, являются тем, что художниками, которые принесли, переосмыслили эстетику граффити, эстетику и стратегию граффити в контексте современного искусства, с которыми, наверное, у большинства людей из арт-мира ассоциируется эта эстетика граффити, хотя, собственно, напрямую граффити эти художники, как мне кажется, не особо имеют отношения. Ну, Жан-Мишель Баске, одна из, как бы, звезда нью-йоркского современного искусства, один из самых знаменитых художников нью-вейва нью-йоркского, один из художников, действительно работавших с эстетикой граффити, художник, который становится знаменитым благодаря фильму «Даунтаун 81», в это время Баске уже работает как уличный художник. Откуда он возник? Да, надо немножко напомнить его биографию, потому что то, что он был первым афроамериканцем, который стал звездой современного искусства, что совершенно не значит, что он, как бы, входил в уличные банды и был таким, как бы, действительно стихийным граффитистом. Он не был граффитистом, он не бомбил нью-йоркскую подземку. Он был из очень интеллигентной семьи, в которой он с детства говорил на трех языках, на английском, испанском и французском, потому что его семья была со смешанными корнями, там были гаитянские и таитянские корни, то есть он от рождения был даже не билингвый, а трилингвый. Его отец был бухгалтером, по-моему, это был middle class, это была семья, в которой отец каждый день ходил на работу в костюме с галстуком. Мать была художницей-любительницей, и это мальчик, который с детства воспитывался, с детства ходил в Бруклинский музей, да, при котором, наверное, как у нас там при больших музеях были такие клубы, для детские клубы при музее. Вот он, как бы, с детства вырос в этом Бруклинском музее. Самая любимая работа его юности, его детства была Герника Пикассо, которую привозили и показывали в Нью-Йорке во время Бруклинского музея, когда Баске был маленьким. И для него, как бы, работа на 15 лет он уходит из дома и начинает жить на улице и писать на стенах. Причем жил он в Бруклине, писал он на стенах в Манхэттене, потому что для него было важно, чтобы его граффити, чтобы его надписи на стенах были прочитаны арт-миром. Он оставлял свои первые граффити около знаменитых галерей современного искусства в Нью-Йорке. Да? То есть это было послание, адресованное арт-миру. Писать так, как писали граффитчики того времени, он не умел, он не делал теги. Он абсолютно перевернул идею граффити, он стал писать понятные тексты. Он стал писать тексты, которые были визуальной поэзией, которые были понятны, которые были читаемы, которые, как бы, никак не пересекались с... То есть это была стратегия граффитчиков, переосмысленная и переадресованная в виде послания арт-миру. И получают, как вот, знаменитый, как бы, кадр, которые сохранили образы, как бы, процесс Баске за работой на улицах, и вот эти самые его первые граффити, да, его первые надписи, оставленные на Манхэттене, как они появились, откуда взялись эти фотографии, и каким образом Баске стал знаменитым. Он стал знаменитым благодаря фильму, который тогда снимался в Нью-Йорке, «Даунтаун 81», фильм, который снимался в 80-81 году, не вышел тогда на экраны. Он вышел на, как бы, появился, не вышел в прокат. Но он сумел прославить Баске, потому что как тогда был устроен арт-мир. Это был очень маленький арт-мир. Все знают о Жан-Мишеле, про Жан-Мишеля снимают кино, значит, Жан-Мишель станет звездой. Значит, о нем начнут говорить, даже не важно, вышел фильм или не вышел, важно, что его снимают, и все в курсе, что его снимают. И таким образом Баске становится звездой. Про что был на самом деле фильм? Фильм не был... Сейчас я вам покажу фрагмент из этого фильма. Есть ли у нас... где можно увидеть, как Баске работает, а можно увидеть, каким он был, да, потому что вот эту его безмерную харизму, без которой тоже, наверное, его слава не была бы возможна.
Окей, окей, давайте мы там не будем досматривать этот фрагмент до конца. Просто я фильм «Нью-Йорк Даунтаун» можно найти. Сами знаете, где искать кино, и я его очень советую посмотреть, потому что, собственно говоря, фильм этот интересен не только тем, что там есть прекрасный Баскье за работой, работает он, естественно, на камеру в данном случае, а не в большей степени на камеру, чем на стену. Вот. Но о чем это фильм? Это фильм, на самом деле, не о граффити, это фильм о нью-йоркской музыкальной андеграундной сцене того времени. И Баскье играл музыку в это время, он входил, был одним из участников группы, которая называлась «Грей». А почему она называлась «Грей»? Она называлась в честь знаменитой, очень популярной в Америке книги «Анатомия Грея». Это анатомический атлас старинный, на котором, я думаю, что много поколений американцев почерпнули свои знания о том, как устроено человеческое тело. И почему для Баски эта книга была важна, потому что у него он в детстве попал в автомобильную катастрофу и сломал руку, лежал в больнице, где ему лечили эту руку, и его мама, поступив, видимо, невероятно мудрым образом, подарила ему книгу «Атлас по анатомии», чтобы он понял, что с ним происходит. Да, у тебя сломана рука, ты лежишь в больнице, чтобы тебе было не так страшно, тебе дарят атлас по анатомии, чтобы ты понял, как устроена твоя анатомия и что именно в тебе пытаются вылечить. И эта книга для него стала, как бы имела в его биографии такой личный культовый статус, так же, как и эта автокатастрофа, которую он рисовал. И многие его работы были вдохновлены вот этими анатомическими схемами, которые там можно при желании рассмотреть как бы, из этой самой книги. Вот. И как бы, в фильме «Нью-Йорк Даунтаун» Баски бесконечно обаятельный, появляется не в качестве музыканта, а в качестве связующего звена. Надо связать выступление нескольких групп, связанных одним клубом, поэтому появляется сквозной персонаж вот этого прекрасного, бесконечно харизматичного уличного художника, который ходит по Манхэттену, пишет граффити, знакомится с прекрасной девушкой и уходит в некое светлое будущее вместе с ней. Вот. И представляет собой эталонный персонаж, вот такое воплощение нового Манхэттена, новой уличной культуры, который он вполне в жизни воплощал, потому что чем он занимался, он хотел прославиться. Для него эта идея писать граффити была, как я уже говорила, посланием арт-миру, и то, чем он занимался, он пытался всеми силами заявить о себе, заявить о своем праве в этом арт-мире присутствовать. Заявлял он в том числе тем, что он делал вот такие вот открытки, которые он продавал на улице, расписывал одежду, которую он тоже продавал, и одной свой, как бы, он был завязан на музыкальную тусовку, поэтому одним из, когда он уже немного прославился, у него был знаменитый роман с Мадонной, у него была и одна из его работ посвящена как раз разборка между Мадонной и его постоянной девушкой, где там Мадонна и Венера. Вот, первую его работу купила солистка группы Блонди Дебби Харри за $200. Это была первая работа, которую Баскье продал. Вот, и, собственно, когда у него появляются работы, когда он прославляется благодаря съемкам этого фильма, его замечает галерея, и галеристка предлагает ему сделать его персональную выставку. И поскольку в этот момент у него не было ни холстов, ни денег на холсты, ни краски, ни мастерской, она предлагает ему работать у нее в мастерской, работать непосредственно в самой галерее, в офисе этой галереи и создавать свои работы. Таким образом, Баскье перестает писать на улице, он хоронит свое альтер-эго, он подписывал свои работы сам, да, и вот в тот момент, когда он получает заказ от галереи, начинает заниматься, собственно говоря, живописью, он оставляет граффити, сам умер. И начиная самый уличный художник исчезает, появляется художник Жан-Мишель Баскье, унаследовавший, тем не менее, от граффити некую, во-первых, андеграундную энергию, которая была в граффити, которая всех очень занимала в этот момент, потому что 80-е были, рубеж 70-х, 80-х был новой волной субкультуры, был новой волной андеграунда. Так этот андеграунд 60-х годов себя исчерпал, и окончательно, да, возникла потребность какой-то новой протестности, новой контркультуре, новом андеграунде, и вот внутри этого нового андеграунда появляется такой художник, как Баскье. И появляется, как бы, что он еще, что еще он получил,
унаследует от культуры граффити, от идеи граффити, это идея того, что это, конечно, искусство не станковое. Это что-то, что может быть на холсте, но может и не быть на холсте. Это что-то, что это рисунок, который приходит на холст со стены и не очень там задерживается. Это рисунок, который может быть на чем угодно, поэтому рисовал он на оконных рамах, на холодильниках, да, на чем угодно. И эта идея как бы уличного художника, как художника архаичного. Да, вот замечательный автопортрет, в котором он представлен и в виде это, и уличный художник, рисующий на стене, и это некий такой первобытный воин, да, в виде которого он себя представляет. При этом надо сказать, что Баски терпеть не мог, когда его называли примитивистом, для него это было оскорбление. Вообще, я думаю, что если вы видели хотя бы игровой фильм Жулиана Шнабеля про Баския, там достаточно хорошо представлена вот эта проблема художника, как бы первого афроамериканского художника, который становится знаменитым, и как о нем у Баския говорил кто-то из его знакомых, да, что это было, что для всех его знакомых из арт-мира он был всеми афроамериканцами сразу, потому что он был единственный афроамериканец, которого они знали. И все как бы расовые стереотипы, естественно, на него проецировались. И ему все время нужно было доказывать, что он не афроамериканец, да, а просто художник, что его не надо воспринимать обязательно как представителя афроамериканской культуры. И для него как бы вся его представление о себе, это было все время, что он и должен представлять эту афроамериканскую культуру, и при этом хотел, чтобы к нему не относились как к стереотипному афроамериканцу, поэтому для него это, вы занимаетесь примитивистским искусством, это что, вы хотите сказать, что я дикарь, вы хотите сказать, что я примат, отвечал он репортерам, которые ему задавали этот вопрос. Но тем не менее, конечно, он с идеей дикарской культуры, примитивной культуры, архаичными пластами, конечно, он работает как художник, этот автопортрет вполне об этом свидетельствует. И как бы знаменитым он становится во многом благодаря Энди Уорхолу. Это прекрасная история про анекдот, да, про то, как Баски видит Уорхола, знакомится с Уорхолом на Манхэттене, видит его в ресторане, заходит к нему, дарит ему открытку, которую он делает, начинает с ним разговор, и в какой-то момент говорит ему: так, подождите меня полчаса. Уходит на час, возвращается с огромной написанной картиной, которую он приносит Уорхолу, и Уорхол говорит, что это потрясающий парень, он работает еще быстрее, чем я, это невозможно. И Уорхол становится его покровителем, и это тоже очень интересная история, связанная как раз с Уорхолом, с Уорхолом, который поднял вот этот самый пресловутый андеграунд 60-х, с культурой, с рок-музыкой, да, с культурой драг-квин, с культурой, вот, с тем, что было андеграундом в 60-е годы. В 70-е, в 80-е стал признанным почти салонным, да, светским художником, и в 80-е годы почувствовал потребность вновь, стал пересоздавать новый андеграунд 80-х годов, став, проявив интересы, став покровителем, да, части такого художника, как Баския. И причем, что в этом совершенно парадоксально в этой истории с Уорхолом, да, это то, что, собственно говоря, чем были эти новые художники, чем был Баския, чем был Кит Херинга, которого мы будем говорить дальше, они в каком-то смысле были возвращением к мифу о... Было тем, с чем Уорхол боролся в 60-е годы, что изначально отвергал поп-арт. Это была история о героическом художнике-модернисте. Собственно говоря, Баския был новым Поллоком, художником-модернистом, художником жеста, потому что, конечно, что такое граффити в контексте современного искусства того времени — это продолжение живописи действий. В предельном смысле художником абсолютно подвластным импульсивным, подвластным подсознанию, да, то есть абсолютно тем же самым героическим мифом о художнике-экспрессионисте, от которого поп-арт всеми, и Уорхол прежде всего, всеми силами открещивался, да, чтобы создавать искусство безличное, анонимное, такой cool, как бы никак не связанное с экзистенциальностью, с трагичностью, да, и Баски, который был абсолютным последним воплощением вот этого трагического, рано погибающего, саморазрушительного художника. Да? И вот это самое новое поколение вот этих абстрактных экспрессионистов в каком-то смысле Уорхол парадоксальным образом вокруг себя и собирает. Вот. И
Уорхол, они работают вместе, да, Баста делает такое посвящение Уорхолу с бананом, с обложкой Velvet Underground, и у них, они делают совместную выставку в 85 году, и выставка, в которой они делают работы вместе, которую они оба становят, как бы, и еще в этой выставке, в этом совместном творчестве участвует итальянский художник, представитель транс-авангарда Франческо Клименте. Вот, выставки, работы, о которых говорят, что в данном случае, как бы, скорее интереснее говорить не о том, как Уорхол повлиял на Баскиа как художник, никак он повлиял, не повлиял на него как художник, а вот Баскиа на Уорхола удивительным образом повлиял, потому что Уорхол, который с 60-х годов вообще ни одной линии не нарисовал от руки и занимался, да, вернулся к живописи, потому что Баскиа, когда они делали эти совместные работы, заставлял его не работать трафаретами, а рисовать, потому что он его, как раскрыт, он его гонял по холсту, но ему не оставлял места, где Уорхол мог бы поставить свой трафарет, он вынуждал его отвечать. Это была такая совместная импровизация, если говорить, может быть, о каких-то музыкальных аналогиях, мне это представляется, наверное, как совместная работа, совместная импровизация двух музыкантов, один из которых играет музыку вживую, а другой работает сэмплами. Да? Но тот, который работает сэмплами, все равно должен отзываться на живой инструмент. Наверное, примерно таким образом строилось вот это вот замечательное сотрудничество Баски и Уорхола, при которых как бы Уорхол встряхнулся и как бы вернулся к живописи и стал немножко вышел из своего этого состояния абсолютно ко всему равнодушного, демонстративно бесстрастного такого салонного художника, которому все равно там салонный или не салонный, светский он или не светский. Вот. И при этом для самого Баски это, как бы, эта выставка была очень плохо принята прессой, потому что это был повод и там лишний раз плуть всем надоевшего Уорхола и обрушиться на Баскиа, которого воспринимали как парвеню, как художника, которому не место в мире современного искусства. Его любили галеристы, у него были коллекционеры, но Артмир его принимал крайне холодно. Такие старые гвардии галеристов не хотели с ним работать. Костелли не хотел, который поднял галерист, который поднял поп-арт, не хотел с ним работать, потому что он говорил, что для этого слишком старый. Когда Баскиа пытался предложить свою работу в дар Нью-Йоркскому музею современного искусства, из музея ему ответили, что ваша работа не стоит того места, которое она займет в хранилищах вашего музея. То есть с ним вели себя крайне хамски, и отчасти, я думаю, что это отчасти было связано все-таки с расизмом, который был в арт-мире в то время. Вот. И Баскиа подливал масло в огонь, культивируя образ дикаря, как, потому что это человек, который ходил как бы в костюмах от Армани, в которых он работал, и забрызгивал их краской, как человек, который не знает цену вещей. И замечательное вот то, что есть в фильме, да, это замечательная привычка, что он там, ну, покупал дико дорогие галстуки и завязывал ими свои дреды. Это был такой действительно прекрасный, что у него никогда не было банковской карточки и банковского счета. У него все деньги были в наличных, то есть он вот это персонажность дикаря, не знающего цену вещам, всячески культивировал и подчеркивал, при этом очень обижался, когда в нем именно это видели. А, и то, чем при этом как бы в самой своей, как бы, вот, в самой своей живописи, да, это был последний художник-модернист, который декларировал это возвращение к модернизму. Да, он хотел быть чернокожим Пикассо, он хотел вернуться к этой истории об архаике, которая открывает авангард, но воздать справедливость, да? Если Пикассо вдохновлялся африканской скульптурой, то теперь должен прийти афроамериканский художник, который заново пропустит этот модернизм через себя и вернет его к корням. Если Поллок вдохновлялся искусством американских индейцев, то можно вернуть это обратно к этой архаике, поэтому такая вот замечательная собака, которую Баскиа рисует в 1982 году, по-моему, является вполне себе отсылкой к такому предабстрактному Поллоку, к его волчице, да, к этому прочтению архаики, которая была в модернизме, которая была в традиции, которая идет от кубизма до сюрреализма, к которой Баскиа возвращается в своем искусстве, переписывая историю искусства, пересматривая искусство, историю искусства, создавая вот такие вот великие хиты Леонардо да Винчи с отсылкой к той самой анатомии Грея, да, к
книжке, которая для него была так важна, к анатомическим схемам, перерисовывая Олимпию, да, в которую он показывает, в которой его интересует, естественно, прежде всего чернокожая служанка, да, как первая. То есть там история про национальную, про идентичность, да, она, конечно, была очень важна для него. Вот, он создает вот этот стиль, да, работы, что он еще берет, приносит с собой в живопись из культуры граффити, он приносит эти короны, которыми уличные художники короновали друг друга. Мне нравится твой тег на стене, я над ним ставлю корону, потому что я тебя короную, я тебе передаю свою корону. И эти, эти короны у него присутствуют в его живописи, и он им коронует, превращаясь в нимбы иногда. И он создает свой пантеон, он создает персонажей, которых он коронует. Еще одна история, которую он заимствует из стратегии граффити, это вот то, что чем он отличается, да, в корне от того же Поллока, от того же Пикассо, потому что его картина никогда не создана для этого холста. А он работает набегом, да, у него есть холст, он не располагал, он не заполняет его, он набегает на этот холст, это всегда что-то, что не, на секунду остановилось на этом холсте, может пойти дальше. Поэтому я еще раз вспомню Клея, да, у которого была замечательная фраза, линия всегда находится в движении, линия всегда находится в процессе. Любая картина — это только стоп-кадр, да, это только зафиксированная один из пунктов движения этой линии. Вот картины Баски — это всегда такое движение, да, это всегда... Вот здесь это остановилось там на холодильнике, на стене, на оконной раме, на любом предмете. Это некое движение линии, движение текста. Опять-таки, это очень важно, что он продолжает работать с текстом, который может остановиться где угодно, и ни одно из произведений не является конечным пунктом движения этой живописи. Это что-то, что пребывает в том движении, в той энергии, которая энергия улицы, которая энергия уличного искусства. Да, поэтому почему самые знаменитые граффити, с которых мы начинали, и самая всегда доблесть граффитиста была забомбить поезд, метро, потому что таким образом это твое искусство будет находиться в движении, это что-то такое, кинетизм, который в этом должен присутствовать. Вот, и это всегда ни одно из произведений не является конечным, ни один из объектов не является окончательным, это всегда часть некого бесконечного процесса, который там происходит, вот с этими коронами, которые там возникают, коронами как отсылки к субкультуре граффити. Кого он коронует? У него есть свой пантеон, который он создает, кого он коронует? Он коронует, это омаж афроамериканской культуре, он коронует афроамериканцев. Афроамериканцев, которые кем могут быть, да, знаменитые негроатлеты. Вот его пантеон, там боксер, такой замечательный боксер, который у него превращается в демона, да, в божество языческое, да, и он коронует музыкантов. Баске был связан, естественно, с, как я уже говорила, он играл пост-рок-группе, у него были попытки уже в 80-е годы как-то общаться с хип-хоп-культурой, тогда появляющейся, которые не увенчались никаким успехом. Музыка, которую он играл, это скорее такой пост-рок-фанк, и музыка, которую он слушал, это джаз. Баски, как и многие художники, работал только под музыку. У него одновременно был включен, играли пластинки его любимых джазовых музыкантов, слушал он бибоп, слушал он Колтрейна и Чарли Паркера, и был включен телевизор. И он работал на пересечении двух потоков, музыкального потока, который давал энергию, давал ритм, и телевизионного потока, который давал информацию, который давал какие-то обрывки слов, событий, значений, которые он микшировал на своих холстах. Надо сказать, что точно так же работал Уорхол, который работал одновременно под включенный телевизор, радио и пластинки. Уорхол мог слушать Марию Каллас, например, одновременно с телевизором и с радио, которые ему были включены. Это была такая техника, да, чтобы через тебя затекли разные энергетические информационные потоки, которые художник микширует таким образом на холстах. Вот. И вот замечательные тоже эти пантеоны, иконостасы любимых джазовых музыкантов, где есть Дизи Гиллеспи, где есть
«Амаш» — это название текста Керуака, посвященного Луи Армстронгу, по-моему, да, то есть это все, вот это как бы джазовая культура, с которой он работает. «Чарльз I» — это Чарли Паркер, его постоянный, да, это тоже амаш, как бы амаш Чарли Паркеру, великому саксофонисту, бибоперу американскому. Вот все его, все возможные как бы амажи, которые он воздает, видимо, своему любимому музыканту. Замечательный этот такой минималистский баске, который рисует пластинку, виниловую пластинку Чарли Паркера, это пластинка, которая та же форма, которая у него в другой работе превращается в земной шар, в землю. Вот. И исследует вот это, что такое быть негром, да, потому что тогда не было, не полагалось самозвание, еще не было политкорректности, которая отвоевала в том числе там, персонаж как Баски. Вот, и было понятие негра, было понятие негритюд, понятие как бы, слова, это N-слово не всегда было оскорбительным. Для, вот, что такое негр-полицейский, что такое голливудские африканцы, каковы их разборки, что такое история черного народа, которую он рисует, когда он, и что такое, опять-таки, вера, которая существует, что такое тем, близость к религии, близость к ритуалу, близость к какому-то магическому мировосприятию, которое существует в афроамериканской культуре, поэтому есть вот такое крещение. А в это время он ездит, путешествует по Черной Африке, он пытается по Тихоокеанским странам, пытается понять, что это такое. У него возникает вот это аборигены, да, как раз с отсылкой к тем скульптурам, которые вдохновляли модернистов первых. У него есть представление об Америке как о плавильном котле, но плавильном котле ледяном. И у него есть вот отсылка к магии, да, к черной магии, к вудуистской культуре. Там. Все эти персонажи. И уход, и опять-таки то, что для него очень важно, то, что его отличает и от предыдущей волны модернистов, это потребность в тексте. Да, это то, что это бесконечный поток, с которым он работает, это не только бесконечная идущая линия, это бесконечный идущий поток текста. Есть как бы это его последние вещи, когда он уже жил абсолютно саморазрушительной жизнью, потому что стремился к смерти, или его больше всего считается, что его больше всего подкосило, собственно говоря, смерть Энди Уорхола, потому что Уорхол был его единственным другом, это был единственный человек, которому он доверял, как ни странно. И после смерти Уорхола он как бы уже абсолютно стремился к саморазрушению. Там есть версия, что когда он писал эти большие модернистские картины, он писал под героином, вот эту бесконечно измельчающийся текст он писал под кокаином, да, что это все-таки еще эффекты разных наркотиков, которые он употреблял абсолютно сознательно, желая разрушить себя, чего он это как бы в конце концов, к сожалению, добился. И вот этот интерес к тексту еще связан с тем, что одним из его из людей, которые на него также очень повлияли, был знаменитый писатель бедник Уильям Берроуз, исследовавший как раз, что такое вопросы, что такое существование языка в современном обществе, и что такое существование языка в мире, да, какова природа языка. И Берроуз, который знаменит тем, что он использовал технику нарезок, технику катап, технику, заимствованную сюрреалистов, да, как бы напомню, что это там, мало того, что текст пишется режиме потока сознания, этот текст написан в таком режиме, страница берется, разрезается на 4, допустим, части, и эти части меняются местами. И читается то, что получается на вот этом, на коллаже, да, на стыке текста. И таким же образом, такими же стыками смысловыми, таким же, с одной стороны, непрерывным потоком визуального сознания, с другой стороны, специальными купюрами и разрывами Баски работал в живописи. Поэтому для него там Берроуз был одним из очень важных персонажей, не имею, может быть, не столь близким другом, не столь важным персонажем, как Уорхол, но тем не менее достаточно значимым. Вот. И его последняя работа, которую он пишет, сознательно пишет, последняя, это героика, да, героическая симфония Бетховена, состоящая из текста, состоящая вот из этого самого, показывающая, как этот поток образов и текста постепенно мельчает и пересыхает, да, как все
идеи. Вот, и да, действительно, последняя работа — это могильный камень, вот такой вот всадник измерения. Вот, и как бы интересно, что получается с Баски, что Баски приходит, работает с культурой граффити, заимствуя из нее, во-первых, эту идею отсутствия холста, даже если он работает на холсте, что холст — это одна из остановок на пути вот этого потока образов, потока линий, кинетических линий, и то, что для как бы Баски оказывается, что нет разницы между рисованием, живописью и письмом, что это та же энергетика, которая существует в письме и в работе со словом, и самая как бы та судьба трагическая, которую проживает, демонстративно трагическая, которую проживает Баски, да, так же, как, наверное, демонстративно трагическая, демонстративно саморазрушительная была судьба Поллока, который погиб в автокатастрофе пьяной, да, как бы сознательно идя, наверное, к этой смерти. Это тоже такое возвращение, последнее возвращение, надеюсь, к этой экзистенциальной фигуре великого художника-модерниста, который обязан быть несчастным и обязан прожить трагическую саморазрушительную жизнь. То есть это последняя как бы реставрация вот этой героической, обязательно трагической фигуры художника-модерниста, вот та самая фатальная трагическая фигура, которую поп-артисты вроде бы переломали. Да? Вот абстрактным экспрессионистам было там Поллоку и Ротко было положено быть экзистенциальными, трагическими и несчастными. Появляется поп-арт, и там один из месседжей поп-арта было, что, ребята, не обязательно, может, как бы художник может быть, жить вот в этом состоянии cool, да, не разрушать себя, не портить жизнь всем окружающим, и при этом потом, как бы, в общем, в результате достаточно трагическим образом и рано погибает сам Уорхол, опровергнув эту идею прекрасной, долгой, ни о чем не в жизни, которую может прожить художник сегодня, и его протеже Баски также оказывается вот таким просто показательным трагическим художником, последним, умирающим 28 лет от овердозы. Вот. И при этом, как бы, что интересно, что отчасти Баски и New Wave был уже, если говорить не об экзистенциальной истории, о таком переживании, это было возвращением к модернистской фигуре, возвращением к героике абстрактного экспрессионизма, вроде бы забытым, и через искусство граффити, искусство граффити, как его представлял арт-мир, и через того же Баски открывается новый интерес к абстрактному экспрессионизму, и именно на волне интереса к граффити становится важен такой художник, как Сайд Уомбли. Да, один из художников, я думаю, что все вы его знаете, да, прекрасный, замечательный, как раз абсолютно проживший прекрасную, спокойную и долгую жизнь американский художник, появившийся как один из последних, как такая последняя волна абстрактного экспрессионизма. Художник, который уже был не поколение Ротко и Поллока, а поколение Раушенберга, с которым он дружил. Художник, который начинает как раз с того, что он объединяет эту линию живописи действия с линией рисования письма. И вот в 50-е, в 60-е годы он рисует вот каракули, да, холсты-каракули, холсты-почеркушки. В конце 60-х годов он уезжает из Америки, потому что в 60-е годы он оказывается никому не интересным. В это время абстрактный экспрессионизм уже всем надоедает, вокруг существует минимализм, да, поп-арт, концептуальное искусство, и Томбли настолько оказывается там ни при чем, да, что он уезжает, работает в Италии. Работает в Европе, где он оказывается дико интересным, дико востребованным. О нем пишет во Франции, о нем пишет Ролан Барт, как раз описывая эту ситуацию художника, как что такое художник, который занимается не живописью, а письмом, да? Что такое художник, который как бы не создает живопись, которую надо создавать с чистого листа, из белого холста, а создает пометки на полях книги, почеркушки на полях книги. И в Америке Твомбли заново открывают практически в конце 70-х годов через оптику граффити.
Хотя при том, что сам Твомли ненавидел, когда ему говорят про графику, что ваша живопись похожа на граффити, потому что я не люблю рисунки в туалетах. Но при этом эта идея, что это граффити, к нему очень крепко привязалась. О граффити пишет Барт. Правда, не об уличных граффити, а о рисунках на школьном столе, потому что для него Твомли с его отсылкой к античности – это школьник, изучающий, получающий классическое образование, изучающий латынь и корябающий что-то на полях латинских книг и на школьной парте, потому что ему скучно изучать эту латынь. А для него и о граффити пишет Розалинда Краус, о граффити, лишенном агрессии. Да, таким образом, вот один из действительно самых выдающихся абстрактных художников 20 века, повлиявший на Баски, потому что Баски как раз признавал влияние Твомли, интерес к Твомли, открывается заново через эту культуру граффити, почеркушек, вот этого искусства, которое, живописи, которое создается не с чистого листа, создается как бы как пометки на полях, как что-то, что не привязано к холсту и не обязано его закрыть, да, полностью, как, вот с такой же летучей, бегучей линией, которая существовала и которую открыл для современного искусства Баския. Вот с такой замечательной Лепанто, это сюжет, битва при Лепанто, сюжет огромных батальных, таких морских баталий, которые рисовали в XVI веке, которые Твомли превращается в такой прекрасный морской бой, да, в котором он играет на всех огромных музейных стенах, потому что сам Твомли совершенно, как я уже говорила, не считал себя там никак связанным с контркультурами, с граффити, с уличным искусством, потому что вообще, в принципе, он бы хотел быть Никола Пуссеном, писать что-то такое еще. Абсолютно умиротворенный, да, то есть такой же умиротворенный вариант граффити. Ну, еще один художник, так, примерно того же поколения, что Баски, также связанный с второй волной тусовки, которая существовала вокруг Энди Уорхола, с этим вторым уорхоловским андеграундом, Кейт Харинг, американский художник, начинаю, как бы, с Баски как раз дружат, и с Уорхолом, которого он таким образом представлял, там, свой вариант, Уорхола Микки Маус, Уорхола Мыши. А художник, начинающий как раз с разборок с абстракцией. Что такое, чем была абстракция, что такое, как бы, традиция абстракции, вот у нас там Кандинский, Мондриан, лоботомия, да, 78-й год, что такое эта культура, из которой надо уйти. И Харинг снимает, тогда же снимает единственное свое видео, которое он снимает. Видео я, к сожалению, не нашла и не могу вам показать, просто показываю раскадровку этого видео. Это видео, во время которого он сам записывает себя в угол комнаты, создавая, собственно говоря, пародию на Поллока, да, знаменитые кадры, которые запечатлевают Поллока за работы, когда он точно так же пишет на холсте, расстеленном на пол, оказываясь внутри холста и показывая, как через него, там, создавая свои живопись действия в шаманском танце. Здесь как бы Харинг пародирует Поллока, да, показывая, что это абстракция, что это абстрактный экспрессионизм, которым он занимается, это ловушка, с помощью которой художник, вместо того, чтобы оказаться в своей картине, да, он оказался в своей картине, он вообще оказался загнанным в угол. Из этого угла нужно куда-то выйти. Нужно выйти в люди, да, нужно выйти в народ, нужно выйти в повествовательность, в создание нового языка. Харинг писал, как бы, тот уличное искусство, тот стрит-арт, которым занимался Харинг, да, он писал в метро, он работал в Нью-Йоркской подземке, но он писал не на поездах, он писал на оставшихся незаполненными рекламных билбордах, которые покрывались вот такой черной краской, в тот момент, когда одну афишу сорвали, а следующую еще не повесили. Поэтому в это время он создает цикл работы вот на этих черных досках, да, которые каждый раз включены в контекст той афиши, которая висит на соседнем рекламном пространстве. Да. Вот. Это всегда такая замечательная летопись 80-х годов. С чем он должен находиться в диалоге, когда он создает это искусство, которое должно быть таким же внятным, понятным всем и демократичным, как искусство рекламы. Там замечательное, там вышло экранизация «Мертвой зоны» Стивена Кинга, да, или роман даже скорее, как бы вышел там новый номер «Пентхауса», да, с какими рекламами, с какими высказываниями он находится в диалоге. Вот такие вот работы в метро, опять-таки снимавшие в
фотографирующийся, да, почему есть съемки, потому что Хеллинг уже был вполне известным художником в это время, и есть кто-то, есть фотограф, есть репортеры, которые ходили за ним и снимали, как он рисует в Нью-Йоркской подземке. И более того, что еще очень трогательно, что Харинг, который там был достаточно смелым в выборе сюжетов, никогда, работая в подземке, не выбирал сюжеты, которые были бы связаны с эротикой или с порнографией, никогда не выбирал ничего такого, что нельзя показывать детям, потому что он очень трепетно относился к детям, и для него было очень важно, чтобы в этих его, какими бы субверсивными ни были сама идея рисования в метро, рисования на улице, там не должно быть ничего такого, что нельзя показывать детям, что кого-то могло бы смутить. Это была такая очень трогательная, даже не самоцензура, а такая забота о том, что это не надо провоцировать в пустоту. Сам язык, конечно, его язык можно назвать инфантильным, но то, что он придумывает новые иероглифы, он придумывает новое, как бы, архаическое искусство. Идея про то, что граффити — это архаическая культура, это примитивизм, для Харинга также была очень важна. Но что такое для него примитивизм? Для него примитивизм — это возвращение к созданию нового невербального языка, своего, как бы, несловесного языка. Для него он, как бы, мыслил себе свое искусство как визуальную поэзию. Визуальная поэзия, которая состоит не из слов, а из картинок. Да, то есть это язык, понятный всем, это абсолютно общедоступный язык новых пиктограмм, новых иероглифов, с которыми он работает. Это, как бы, он создает свой словарь, да, свои постоянные сюжеты. Да, вот эта собака, которая у него возникает, летающие тарелки. Он работает со всеми ужасами современного мира. Он считает себя, как бы, первым человеком, как бы, из первого поколения, которое выросло под телевизор. 58-й год рождения, это, как бы, человек, первое поколение детей, которое росло уже не в печатной культуре, а в визуальной культуре. Это люди, которые растут под телевизор. Это люди вот той самой маклюиновской глобальной деревни, которая уже которая уже постгутенберговская, постсловесная. И это мир, в котором изображение снова становится как никогда важным. Это мир, который опять начинает мыслить не словами и не текстами, а картинками. И вот с этой картинкой, с этим языком картинок, начинает работает Харинг, придумывая свой словарь, свои иероглифы, свои постоянные, да, вот это сияющее дитя или радиационное дитя, которое он постоянно рисует, да, лающий пес, который тоже у него постоянно появляется, как один из его подписей, как один из его иероглифов, бесконечный словарь, из которого можно создать любые высказывания, что для него также, как бы, он тоже дружит с Бероузом, у которого очень много размышлений о том, что такое слово, о том, что такое новый язык, новые иероглифы, о том, как это слово работает, о том, как язык может быть языком иероглифов, а не слов. Такая новая зала. И для Харинга важно, что это, как бы, опять-таки, что это не просто картинка, что это линия, чтобы его язык стал понятен. А то, что он, как бы, нужно, чтобы он, как он сам пишет в своих дневниках, нужно, чтобы люди приняли не мои высказывания, не мои картинки, чтобы они приняли мою линию, чтобы эта линия была достаточно живой, чтобы эта линия была эротичной, чтобы эта линия находилась в движении. Эта линия действительно находится в движении, в буквальном смысле Харинг начинает расписывать танцоров. Это хип-хоп-культура, это брейк-данс, это, как бы, новый интерес к тому, что такое танцевальная культура и каким образом можно эту линию заставить двигаться, буквально расписав ей тела танцоров, с которыми он работает. И одной из моделей любимых Кита Харинга была Грейс Джонс, прекрасная певица и танцовщица, замечательная, как бы, эбеновая, огромная женщина, на которую было очень интересно писать. Вот она, как бы, его модель. И покажу я вам фрагмент из фильма, это такая, как бы, трэшевая фантастика 80-х годов, фильм примерно с таким же сюжетом, который потом будет у Тарантино в «От заката до рассвета», это я спойлер даю. Вот, и там есть действительно прекрасная Грейс Джонс, расписанная Китом Харингом, показывающая свой номер. Thank you.
передачу там со звуком. Как мы можем это исправить? Немножко промотаю. Вот такая вот как бы живая инсталляция Кита Харинга, который позировал сам таким же образом расписанный, для которого было вот это тоже возвращение к некой архаике, и для него, потому что для него линия рисования по-прежнему имеет магическое значение. Это то, что является это цель любого искусства, цель любого рисования, это связать нас, человека с окружающим миром, создать эту связь, что оно до сих пор существует для тех же целей, для которых когда-то существовала магия. Но это как бы вот это архаическое искусство в мире современных технологий. Поэтому для него было как придумать эту линию, линию, которая может существовать не только как рисунок от руки. Он экспериментировал, он был одним из первых, кто экспериментировал с рисованием в компьютере, с рисованием мышью в первых графических программах. И для него было ужасно, как бы, мне, к сожалению, я не нашла этих его рисунков, которые сделаны в компьютерной программе. Но для него было ужасно интересно, как это происходит, что у тебя как бы задержка происходит, что ты медленнее работаешь, чем когда ты рисуешь от руки, и что эта линия, которая получается при рисовании мышью, сродни письму, не рисованию, а сродни высеканию, процарапыванию или высеканию по камню. То есть для него было важно найти, как эта линия живет, вот эта жизнь линии при современных технологиях. Что такое вот это архаическое искусство рисования и рассказывания истории картинками в мире современных технологий, которые он должен перерисовать. В мире, который для него это искусство тоже было преодолением отчужденности минимализма, потому что он даже появляется после минимализма, он говорит там, и тоже он замечательно описывает, что такое минимализм, потому что это как такая отстраненная, машинная, обезличенная эстетика, очень такого cool, да, что для него это как панк-рок, представление о неком страшном, бесчеловечном мире, который однажды наступит. И для него минимализм 60-х, 70-х был антиутопией, из которой надо вернуться вот к этому живому, связанному с магией, с непосредственным высказыванием, с этим понятным всем языком пиктограмм, языком картинок, языком, который охватывает весь мир. Поэтому все работы Харинга — это, как правило, тотальные инсталляции. Вот как выглядит его выставка, выглядела его выставка в галереях того времени. Да? Это не отдельные работы на стенках, это целиком покрыто этими письменами, да, пляшущими человечками, кодом, целиком покрыто этим, записанное пространство. Это орнамент, который может, опять-таки, так же, как линия у Баски, может со стены перейти на холодильник, потом на холст, потом перейти на оконную раму и идти дальше. Точно так же вот это орнамент, который на самом деле является текстом, письменами, буквами у Харинга, может оказаться абсолютно на любом носителе из любой культуры. Это может быть античная голова, это может быть африканский барабан, это может быть античная ваза, это может быть там индейский тотем, все что угодно. Это все связано, это все часть одного текста, да, это все часть одного сообщения, в котором мы находимся. Это точно так же это могут быть доски для серфинга или для скейтборда. Это может быть массовая культура, это может быть стена, поэтому это действительно у него были граффити, несанкционированные, но он оказался одним из самых востребованных уже не стрит-артистов, а паблик-артистов.
художников, которые как бы расписывали по заказу публичные места. Самым его знаменитым паблик-артом была граффити на Берлинской стене в момент, когда объединение Германии, да, когда эту Берлинскую стену сносили в 1986 году, которую он расписывал. И там какие-то, опять-таки, ангажированный художник с простыми посланиями, что крэк — это плохо, при том, что вроде Бухарин считал, что крэк — это, конечно, плохо, а марихуана, может, и ничего, да, то есть он не был таким оголтелым борцом с наркотиками. Вот, это росписи в музейных кафе, это очень востребованный, действительно, паблик-арт. И это росписи в детских больницах, да, одна из самых больших его паблик-артных работ, это роспись в детской больнице в Париже. Харинг в то время, насколько я понимаю, уже понимал, что он болен СПИДом, что он умирает. И как бы он создал фонд, и все деньги, которые он заработал, он вложил в фонд для помощи детям и помощи детям больным СПИДом, ВИЧ-инфицированным. Это была там огромная благотворительная организация, поэтому все те там футболки с Харингом, которые мы знаем, и вот весь этот уход в дизайн, который мерч, да, которым он занимался, связан в том числе с функционированием этого фонда, с тем, что это должно, что это искусство, которое должно бы таким образом приносить доходы этому благотворительному фонду. Точно так же, как и вот паблик-арт, да, публичная скульптура, которую он создает, вот с той же его самой лающей собакой, которая оказывается вот такой публичной скульптурой, которую он мыслит как детские площадки для взрослых, игровые площадки для взрослых, скульптура, на которую можно влезть, да, скульптура, с которой можно играть. И такой же частью вот этого проекта, во-первых, доступности искусства, понятности, демократичности, было его создание поп-шоп-магазина, который как раз вот делал его искусство предельно понятным, общедоступным, искусство, которое расходилось на футболке. Магазин, который первый он открывал, по-моему, в Нью-Йорке, второй в Токио, и сейчас это, по-моему, до сих пор существует только, по-моему, в интернете, как магазин, но продолжает существовать, опять-таки, как некая программа доступного, общепонятного и демократического искусства, поэтому для него был очень важен Уорхол. Он считал, что Уорхол был первым паблик-артистом. Не потому, что это было коммерческим, да, что художник делает что-то уже на сувениры, а потому, что это была как бы публичность, как демократичность, как понятность и доступность этого искусства, и та ответственность, которую несет художник, когда он становится таким понятным, доступным и демократическим. Да? Харинг сделал одежду, да, делал одежду, в том числе одевал Мадонну, да, но при этом для него это его популярность была ответственностью, и была, если ты создал простой и понятный язык, этим простым и понятным языком нужно делать простые и понятные высказывания, например, там бороться за свободу, за то, чтобы положить конец режиму апартеида в ЮАР, или для того, чтобы помочь преодолеть те предрассудки, которые существуют вокруг ВИЧ-инфицированных. То, что для него было, естественно, особенно важным. Вот. И при этом это как бы то, что он продолжает делать, это может быть выход в орнамент, да, вот эти потрясающие, когда он для галереи создает работы с тем масштабом, который есть в уличном искусстве, с тем масштабом, который есть в граффити, с чем-то, что за пределами человеческого взгляда, да, с этим бесконечностью этого текста. Это может быть работа в масштабах церкви, да, но не для церкви сделаны, вот такие 10 заповедей от Пита Харинга, опять-таки история понятности месседжа и некой этической ангажированности, которая должна для художника. Это может быть единственное такое, что он как бы всячески избегал непристойности в своих публичных работах. И единственное, где он действительно сделал вот эти граффити для туалета, надписи, это действительно как бы рисунки, которые сделаны для туалета в коммунальном доме для в здании ЛГБТ-сообщества в Нью-Йорке, где он поиграл, да, это рисунки в туалете. Но это рисунки в туалете, которые сделаны абсолютно в традициях эротической графики Пабло Пикассо. Может быть, это самая модернистская и самая классическая модернистская вещь, которую при этом нарисовал Кит Харинг. Вот, и там незаконченная работа была законченной работой. Это игра в эту незаконченность, да, в прерванность. И на самом деле последняя работа, которую сделал Харинг, сделал алтарь. Такой складной алтарь, который находится в церкви в Сан-Франциско, в церкви, в которой есть капелла, посвященная жертвам СПИДа. Для этой капеллы он сделал такую последнюю свою вещь. Вот. И как бы опять-таки, если говорить, как мне кажется, если для Баски граффити была история про возвращение к героике живописи, я так вот
возвращение к торжеству живописи, как вы понимали во времена абстрактного экспрессионизма, то то, что делал Харинг, было, наверное, как ни странно, больше связано с историей концептуализма, с историей живописи как языка, живописи как текста, живописи как рисунка, как высказывания. Поэтому интересно, что Харинг в какой-то момент сотрудничает с Дженни Хольцер, одной из знаменитых художниц, именно как раз такой чистой воды концептуалисток, работающих с текстом, с высказыванием. «Защити меня от того, что я хочу» — это вот постоянный слоган, да, постоянный текст, в котором работает Дженни Хольцер, известная своими как раз вот таким текстовым паблик-артом особо крупных масштабов. Да, она всегда работает с текстами, довольно часто не со своими текстами, с одним и тем же набором высказываний, которые могут вот так вот проецироваться на виде бегущей строки на музей, на знаменитый фасад музея Гуггенхайма в Нью-Йорке. Или вот с текстами, как бы с различными состояниями, в которых текст может присутствовать, текст художника может присутствовать в публичном пространстве. Это может быть мемориальная доска, табличка, это может быть гравировка на скамейках. Знаете, как в Нью-Йорке, по-моему, в Лондоне есть эти скамейки парках, которые ставят как мемориал, да, эта скамейка поставлена здесь в честь нашего дорогого усопшего дяди, да, там довольно много, это в нью-йоркских и в лондонских парках, может быть, еще где-то есть. Вот такая вот мемориальная гравировка на скамейке. Это может быть анонс на кинотеатрах, это может быть билборд, который она делает в 82-м году, вот с тем же самым текстом. Это может быть надпись на стаканчике кофе или на презервативе, на чем угодно, да, вот каким образом текст может, то или иное высказывание может циркулировать в нашей повседневной жизни. И в этом, как начинала она с того, что она расклеивала объявления на Манхэттене. Написанные от руки объявления, как тогда писали объявления. И интересно, что в 80-е годы, в первой половине 80-х годов, как раз на волне этого открытия интереса к стрит-арту, Дженни Хольцер работает с Леди Пинк. Леди Пинк – одной из самых знаменитых графичец того времени, графичец, который чаще всего попадала в объективы телекамеры, в объективы фотографов, чаще всего давала интервью, потому что она была единственной женщиной, которая занималась уличным искусством, и поэтому вызывала там особый интерес. И в данном случае Дженни Хольцер дает набор надписей, текстов, с которыми она хочет работать, а Леди Пинк, соответственно, делает картины в стиле, в своем собственном стиле, вот такое замечательное сотрудничество художницы-концептуалистки и стрит-артиста. Вот, собственно, сама Леди Пинк в футболке с надписью Дженни Хольцер, потому что еще один из существования текстов в публичном пространстве, которые Дженни Хольцер придумала для своих работ, это футболки с надписями, да, тоже она их делала. Ну и Леди Пинк, собственно, за своей собственной работой. Вот, ну и последний наш герой сегодня – это Бэнкси. Извините, ни имени, ни даты рождения я не могу, по понятным причинам я не могу назвать. Вот, художник, который, наверное, эту историю про взаимоотношения граффити, мифологизацию стрит-арта и мифы, и систему ценностей институционального современного искусства, по-моему, переворачивает, потому что для него как бы вопрос в том, как не как проверить и обогатить contemporary art эстетикой и героикой, и романтикой граффити, а как проверить граффити приемами и стратегиями современного искусства. Ну, как бы один из постоянных персонажей, которые появляются у Бэнкси, это вот такая вот как бы крыса, Red, потому что почему берется крыса, потому что Red — это анаграмма art, и крыса является вот этим символом искусства. Почему появляется это впервые не у французского художника Ле Плюра, который первый начинает работать трафаретами, и поэтому там одна из неубедительных, но все-таки присутствующих конспирологических теорий по поводу того, кто такой Бэнкси, вот приписывала произведение Бэнкси Ле Плюра. Вот, и вот это первый художник, который начинает работать с трафаретами, у которого как раз появляются эти самые крыски, которые у нас анаграммы арта, искусства. Вот, и сама работа с трафаретами, надо сказать, что, опять-таки, я не очень большой специалист по уличному искусству, но, тем не менее, как бы, есть представление о том, что для таких графичиков
старой школы. Сама художники, работавшие с уличные художники, работавшие с трафаретами, было чем-то абсолютно неправильным. Да? То есть для графичика старой школы Бэнкс это примерно то же самое, чем для Марка Ротко был Энди Орхол. Да? Человек, который, во-первых, не умеет рисовать, во-вторых, делает все слишком быстро и слишком безопасно, и вообще как бы жулик и проходимец, вместо того, чтобы вот действительно краской в опасности, баллончиком, когда тебя могут поймать в любой момент. Да. Вот. И в этом смысле, как бы, естественно, Бэнкс вступает в такой буквальный, довольно странный диалог с этими героическими граффитистами, которые как раз вот Поллок и Ротко уличного искусства, и, наверное, одной из самых знаменитых историй является вот такой диалог Бэнкси с лондонским графичиком Робо, одна из самых старых, почтенных граффити Лондона, написанная, по-моему, созданная в 85 году, пришедшая, естественно, почти в негодное состояние, с которой Бэнкси поступил очень некрасиво по понятиям, он ее дописал. Он ее дорисовал, чем страшно оскорбил Роба и его поклонников, и вообще с людей, которые с другими представлениями о том, что такое граффити. И как бы с этого момента начался такой замечательный диалог, да, потом как бы оскорбившиеся на Бэнксе поклонники Роба замазали это все, оставив только надпись «Король Роба», ну и дальше как бы диалог понесся всеми возможными способами, потом это все вообще закрасили, потом появилось вот такое послание, потом все опять закрасили, потом, к сожалению, поэтому как бы Роба в этот момент за счет этой истории опять прославился, его пригласили, ему сделали галерейную выставку, а потом он попал в драку, и его избили, он оказался в коме и в конце концов скончался. У него была история, которую он сказал, что якобы они были знакомы с Бэнкси, а теперь Бэнкси с ним не здоровается. В общем, какая-то там была очень сложная история, выразившая в этот самый диалог, и в конце концов оказавшись вот таким, закончившейся трагически вот такой вот работой памяти Роба, когда он скончался. Вот я абсолютно не берусь строить конспирологические теории по поводу, что там в конце концов произошло на самом деле, но вот сама эта идея граффити как диалога и мне ужасно нравится. Вот, сам Бэнкси начинает, насколько я поняла, в Бристоле, вот с таких вот работ, очень четко привязанных к месту, да, как бы то, с чем он работает, то, что его отличает, наверное, как мне кажется, это то, что это такая почти дополненная реальность. Как бы вот это дополненная реальность в том варианте, в каком она появляется, например, там, в романе Уильяма Гибсона, когда он придумывает, замечательный писатель-фантаст, придумывающий фантастический вариант современного искусства, локативное искусство, что там предполагается роман 2000-х годов, что там человек гуляет по Лос-Анджелесу в очках виртуальной реальности и в том или ином месте, надевая эти очки, видит то, что в этом месте нет, но могло бы произойти. Вот ты идешь по улице, надеваешь очки и видишь там труп человека, который погиб, жертву трагического убийства, нашумевшего, произошедшего на этой улице. Вот. И такой же как бы дополненной реальностью оказываются граффити Бэнкси, когда на любой улице вдруг можно, например, обнаружить вот такого вот голосующего, пытающегося автостопом уехать куда-нибудь автостопом Чарльза Мэнсона, сбежавшего из тюрьмы, судя по всему. Когда, опять-таки, на доме ты видишь вот такую замечательную уличную сценку, которая происходит именно на этом окне в этом доме. Когда такая смертушка всплывает из канала, по-моему, на Кэмпдене. Да, то есть это всегда как бы действительно что-то, что работает именно с этим пространством, что каким-то забавным образом дополняет своей фигуративностью, своей повествовательностью и своей посаженностью вот на это конкретное место. Да, это не граффити, которое может объехать весь город, а это что-то, что каким-то обыгрывает именно это место и обыгрывает очень простые месседжи. Это очень плакатная работа, да, плакатная в том смысле, что Бэнкси действительно такой художник, который как бы, в общем и целом, за все хорошее против всего плохого, да, поэтому это антивоенная риторика, очень остроумная. Это всем известная история, да, про целующихся полицейских, самая любимая его работа, и про то, как эти плакатные, очень простые по своему месседжу фигуры начинают оживать, быть забавными и работать именно в тех или иных конкретных уличных обстоятельствах. Именно эта граффити, которая живет именно на этой улице, именно на этом углу, именно на этом доме, именно в этих обстоятельствах.
и которые замечательно как бы дополняются именно людьми, которые оказываются вовлеченными в эту историю, да, которые всегда на злобу дня, поэтому во время Олимпиады в Лондоне появляется вот этот персонаж, естественно, после, понятно, чего появляется вот такой вот знак, это могут быть микровторжения уже существующие, иконографию. Это всегда работа, да, я не верю в глобальное потепление, надпись уже уходит под воду, потому что глобальное потепление. Это замечательно, как бы, то есть это всегда очень точная работа с ситуацией, да, такой художник-ситуационист от граффити, который всегда как бы обыгрывает именно это послание именно этой камере наблюдения. Это работа именно на этой улице, которая прекрасно работает на фотографии, да, но не работает, и тут невозможна репродукция, тут возможна только документация. И документацию Бэнкси прекрасно, своих работ Бэнкси, надо сказать, прекрасно обеспечивает с инстаграм-каналами, с фейсбуками, то есть это вот то уличное искусство, которое прекрасно может жить в социальных медиа. С которыми он там хорошо работает. Это история о прослушке, которая возникает, в тоже определенный момент, и которая, естественно, работает в тот момент, когда в эту телефонную будку кто-то все-таки заходит позвонить. Это инсталляция, которую всегда можно дополнить собой. За всеми там антиконсумеристскими историями. То есть это всегда некая история, как бы работа с контекстом, это всегда компания. Такой огромной компанией было там, гастроли Бэнкси в Нью-Йорке в 2013 году тоже, для которых был заведен специальный аккаунт на Фейсбуке, в котором он, по-моему, освещал все, что там происходит. Это работа, и это то, что делает, это уже исследование того, какими вообще бывают граффити. Это работа, в которой Бэнкси отыграл все возможные стили. Да? Это мой нью-йоркский акцент, написано классическим, таким более-менее узнаваемым стилем, уличные надписи, а внизу идеальным почерком написано, обычно я говорю вот так вот, да? Пишет англичанин, попавший в Нью-Йорк, предполагаемый англичанин, да? кто знает, что он на самом деле. Это замечательная подпись, когда он подписывал, вот опять-таки нарываясь, да, он подписывал чужие граффити. Occupy Musical подписано на всех граффити, подписано под всеми граффити, которые Бэнкси находят на нью-йоркских улицах, да? Он подписывает каждую из них как рекламу мюзикла. А, вот такой нежнейший омаж 11 сентября, да, такие очень вот, замечательно, как бы тоже другая абсолютная эстетика такого микро-стрит-арта, дополненных форм, масштабных инсталляций, которые вдруг обнаруживаются на парковке. Вот такой вот уличной скульптуры, которая обнаруживается, по-моему, в Централ-парке. Смертушки, опять-таки, которые появляются ночью, появляются в парке аттракционов. Вот такого вот волшебного мира внутри грузовика, который стоит на улице. Да? И, может быть, самая провокативная работа Бэнкси, это когда на уличном на барахолке появился вот такой человек, торговавший трафаретами Бэнкси, торговавшим их по смешной цене $60, при которой, естественно, никто не поверил, что это трафареты Бэнкси. Ты видишь на улице человека, который продает трафареты Бэнкси, трафарет Бэнкси стоит сильно дороже, чем $60, да, и такой покусать себе локти, что ты мог купить трафарет Бэнкси настоящий за $60, но ты его не купил, не поверив, естественно, в то, что это трафарет Бэнкси, а потом-то появляется на Фейсбуке Бэнкси, да, вот я продавал свои трафареты, мои трафареты продавались. Такой как бы трагедия коллекционера. И здесь появляется то, действительно, с чем работает Бэнкси. Как мне кажется, он парадоксальный художник, который занимается тем, что он занимается, если раньше уличное искусство было, приемы уличного искусства были таким попыткой критики арт-мира, то Бэнкси занимается уже критикой уличного искусства как институции. Да? Это такая институциональная критика в применении к уличному искусству, у которого есть свои понятия, свои представления о том, что круто, что не круто, что правильно, что неправильно. И эти представления Бэнкси начинает переоценивать, и начинает над ними издеваться, да, начинает их критиковать, осмыслять, что такое уличное искусство, что такое стрит-арт как институция, как с этим можно работать. Поэтому, конечно, для него стрит-арт — это активизм, это не только вторжение в конкретную улицу, это вторжение в конкретную политическую ситуацию, а огромный цикл работ, которые с перерывом несколько лет регулярно появляются
на палестинских территориях в Израиле, прорыв на стене, которая отделяет палестинскую территорию от Израиля, да, с которой он работает, требующая уже действительно настоящего героизма, да, как это можно там сделать в секторе Газа. За ночь появляются вот такие работы, да, например, с котиком посреди руин, да, или еще там с такой вот со скорбящей фигурой. И последнее, там, по-моему, в этом году последний проект Бэнкси, это гостиница, которую он открывает в Вифлееме, гостиница с худшим видом в мире, потому что это вид на стену, отделяющую палестинскую территорию. Гостиница, которая сделана по эскизу, как бы арт-отель, да, поэтому это бутик-отель, который украшен всевозможными работами Бэнкси, сделанными так. И тоже вполне себе критика стрит-арта, да, вот стрит-артист, который открывает свой отель в таком месте, как это все организовано, да, анонимным художником. Вот. И про то, что такое представление Бэнкси о стрит-арте, и об активизме и об уличном искусстве. У него, как вы знаете, есть несколько документальных фильмов. Я думаю, что все мы видели фильм «Выход через сувенирную лавку». Но у него есть, по-моему, не менее интересный проект. Это краткая антология того, что такое активизм и пранкерство. И каким образом они для него сливаются. Это исследовательский проект, который я покажу вам трейлер этого фильма. Сам этот фильм тоже, в общем, можно найти на YouTube. This program isn't about them. Группа «Война» там присутствует в этой антологии активизма уличного искусства и пранкерства. Вот очень, очень рекомендую. Опять-таки интересно, что Бэнкси выступает как историк и как аналитик и куратор субкультуры, к которой он себя относит, что вообще к идее субкультуры и протестности он, судя по его работам, относится весьма иронично, придумал вот такую замечательную маму анархиста, которая собирает его на демонстрацию, и такой поединок любви и мира, да, и очередь за сувениркой, за мерчем на всевозможных протестных персонажей. Институт